Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. В наших краях две зимы. Одна случается в конце ноября, в начале декабря и длится примерно неделю. Вторая, такой же продолжительности, бывает в конце февраля. Это время с дождями, ветром и прочими прелестями. А в промежутке между этими зимами вот такая погода. Плюс 14, плюс 16 днем. Иногда даже до плюс 18 поднимается. Поэтому я решил снять сегодняшний ролик на улице. У меня есть вот такой кусок свиной шейки. А затеял я сегодня энчиладос. Если кто-то пропустил, вот в этом ролике я вам рассказывал, что энчиладос, и показывал само блюдо, энчиладос с испанского это энчиладос, то есть что-то в чили-соусе. И вот это самое что-то может быть каким угодно. Так вот, сегодня я хочу показать еще один вариант этого самого какого угодно. Чтобы не ждать, пока шейка как следует просолится, для ускорения процесса, да и для увеличения сочности, хочу обколоть ее рассолом. Всего возьму на 1 кг шейки 100 граммов воды и 12 граммов соли. Если вам лень возиться со шприцом, а времени много, можете заранее его посолить и убрать в холодильник часов на 6-8. Так, угли разгорелись. Мясо у меня будет очень долго запекаться под фольгой, но мне бы хотелось получить еще и такую ароматную поджаристую корочку. Поэтому сначала на решетку. Ее, конечно, надо маслом протереть. Процесс пошел, а я пока подготовлюсь к запеканию. Лук порубить, подготовить луковую подушку для мяса, отдельно смешать горчицу, мед, немного лимонного сока. На луковую подушку отправляются протертые томаты и чеснок. И проверяем мясо. О, красота какая! Можно было бы, конечно, с двух сторон подрумянить, но это лишнее. Верхняя часть печи даже под фольгой подрумянится. И теперь вина красного сухого. Накрыть вот такими букетами тимьян и розмарин. Вчера в горах срезал. Будет время, покажу. И старательно и плотно накрою фольгой. Все, отправляю в печь. Часа на 4. Вот так. Температура высоковата, конечно, но сейчас дверцу прикрою, она и подостынет. Нам нужно 170-180 градусов. Можно было бы и расслабиться пока, но не буду терять времени. Займусь приготовлением чили-соуса. Лук порубить. Сковороду на угли, масло сюда же, чеснока нарубить, сковороду, пока обжариваются и чили также вместе с семечками, чтобы страты побольше, и тоже в сковороду, прогреть все как следует, перемешать и добавить сюда протертых томатов, соли и винного уксуса. И смешать набор пряностей для чили-соуса. Это черный перец, это душистый перец, это орегано, это зира, она же кумин, не путайте с тмином, и ньорос. Замените под копченой паприкой, если не найдете. Теперь все расколошматить в труху, тоже в сковороду, и перемешать как следует. И сладкий перец. Он маленький и ничем от крупного не отличается, ну, кроме того, что внешний вид. Тоже семечками для яркости вкуса. Он на самом деле не совсем сладкий, немножко острота присутствует, но совсем-совсем мало. Все, 5 минут побулькаю, и ты можешь снимать с огня, соус готов, перерыв. Ну и вот они, ароматикасы. Это розмарин, вот он какой цветет. И здесь же у меня и тимьян. Вот он, смотрите.
тоже сейчас цветет. Вот такой вот огород дикий в горах. Прошло 4 часа, и самое время поинтересоваться, как там мясо. Ну, как видите, чувствует оно себя отлично. Пусть пока на доске полежит. Укрыть фольгой надо, чтобы не остывало. Смотрите, какой здесь потрясающий соус образовался. Вино выкипело, сахара, лука и меда карамелизовались. Здесь еще и горчичка. О, просто сказка. Густота-то какая. Нет, конечно, все зависит от мяса. Мясо может и поменьше сока дать, может побольше сока дать. Тогда, может быть, придется его выпаривать дополнительно. Но в данном случае, в моем, смотрите, вообще идеально. Просто идеальная густота. О, сказка. Кроме того, я за эти 4 часа красную фасоль отварил. Она у меня вчера с вечера замачивалась. Так что можно собирать энчилады в кучу. Мясо-то какое обалденное, а? Сначала собирался резать, но тут даже и резать ничего не надо. Оно все расползается под ножом. Так, я должен это попробовать. А, вот этот кусочек. Обалдеть, нежнятина. При этом она настолько сильно пропитана ароматами трав, сладковатая от меда, от вина яркая. О, нет, надо собирать энчилады. Так, на лепешку фасоли и чили-соуса побольше. Он жгучий, просто сказка. Теперь мясо. А, какое мясо. И сверху того соуса, что в форме для запекания остался. Получился, вернее, не остался. Ничего там не останется. Чили-соус очень острый, чтобы из штанов не выпрыгивать, добавлю немного несладкого йогурта. Можно и сметаной, но не сладкий йогурт покислее будет, так что вот с ним получше, как мне кажется. Так, зелень порубить, добавить и можно трескать. Получилось эдакое испано-мексиканская шаверма. Надо уже пробовать. Какая-то феерия. Совершенно бомбическое сочетание вкусов. Нет, ждите. Не могу держаться. Не могу. Слушайте. Мясо нежнейшее. Во рту тает. Фасоль сглаживает и добавляет такой, знаете, консистенции классной совершенно, такой пюреобразный. Соус чили, у него все полыхает во рту, и если бы не йогурт, я бы, наверное, уже весь красный стоял, как рак. В пот бы с меня градом тек. Йогурт на месте. Соус от мяса тоже совершенно потрясающий, очень насыщенный, густой. Вообще, за счет соусов вот этих, сочность этой энчилады просто какая-то феерическая, фантастическая. Короче, абсолютно бомбическая штука. И совершенно не обязательно готовить дело на гриле, да в печи. Это я так, для красивого кадра. На самом деле, мясо можно подрумянить вначале на обычной сковороде, запекать в обычной духовке, и все будет просто отлично. Так что не парьтесь, нет, конечно, дымок первоначально на гриле добавляет своего аромата, но при том богатстве вкусов, которые здесь присутствуют, отсутствие дымка вы, скорее всего, даже не заметите. Так что готовьте смело в духовке, если у вас нет возможности сейчас выехать на дачу. Я еще один раз укажу, извините. Короче, вы всегда сможете прекрасно это приготовить дома без всякой дачи. Ни печка вам не нужна, ни гриль. Но без острых ножей, конечно, не обойтись. Поэтому... пользуйтесь промокодом Фреско. Это позволит вам хорошо сэкономить. Спасибо за компанию. Всем пока. Все.
Бомба.